За необычное пение, которое многим напоминает человеческий смех, эта редкая австралийская птица получила название кукабара «смеющаяся». Своеобразный крик кукабары используют для обозначения своей территории. Милая на вид эта птица на самом деле хищник. В ее рационе мыши, курицы и черви. Раскладываем еду по разным местам, чтобы они искали, чтобы они не забывали, что они все-таки хищники. Еду взяла, она начинает ее бить, убивать, только после чего уже проглатывает. Симпатичные пернатые хищники могут расправиться даже с ядовитыми змеями, потому на их родине, в Австралии, люди стараются держать кукабар рядом со своими домами. В зоопарк Лимпопо пара уникальных птиц прибыла из Германии, каждая из отдельного питомника. Месяц карантина, и теперь знаменитый крик кукабар может услышать любой посетитель зоопарка. Мы к этому готовились давно, поэтому специально для нее подготовили вольер со всеми условиями. У нас есть и теплое помещение для зимнего содержания, и наружный вольер. Как раз мы его расположили так, чтобы посетители, проходя, слышали необычное пение, похожее на человеческий смех. Таких птиц в Российской Федерации в зоопарках нет. У нас у одних такая птица. У них срок полового созревания в год. Им уже год есть. Эта птица половозрелая. Поэтому я думаю, что в следующем сезоне мы дождемся от них потомства. А пока пара кукабар обживается в новом доме. Для них, кроме свежего мяса, предусмотрены миски с минеральной и обычной водой. Уборка в их вольере проходит 2 или 3 раза в день, в зависимости от необходимости. Екатерина Васильева, Валерий Шакуров. Время новостей.